Мы раздражаемся и агрессируем на других людей в целом наборе случаев. Самое тривиальное – это то, что мы людей не понимаем. Часто такое совещание, там еще что-то, и вот люди друг на друга начинают что-то рычать, просто не понимают, кто что хочет, какой вопрос решается, что обсуждается там, и так далее. Раздражение может быть связано с нарушением того, что мы называем личными границами. Вот. На самом деле личные границы – это то, что мы сами выставляем. Чем больше мы выставляем границы, тем больше мы будем других людей раздражаться. Иногда мы сталкиваемся с агрессией, с грубостью, с бесчерствостью. И полагая, что люди должны быть другими, вот не такими грубыми, бесчерствами там, и так далее, вот, мы взываем к ним, типа, алло, гараж, вы что, совсем с ума посходили? Я все время говорю, люди вообще сложные, неприятные существа. Поэтому так важно, на самом деле, чтобы, по крайней мере, вокруг вас были люди, с которыми вы уже находитесь без границы, без, так сказать, недопонимания, вот, и с которыми вы вместе идете по жизни. Если такие люди есть, то в целом, ну, на какого-то нахала, значит, пораздражаетесь, ну, что поделать, ну, как бы, ну, раздражались и оставьте там, не несите с собой, вот. Ну, бывает, что.